Привет, друзья! Сегодня давайте развивать разрыв. Пойдем в этот дом. Давай убьем здесь несколько фей. Это жуткое место. Мы захватили это. Канута. Таблица эффективности. Куда мы должны пойти? Пойдем на вершины. Я думаю, где это? Давай сразимся с этой феей.
Мы захватили это. Это место такое запутанное. Я заблудился. Мы нашли еще одну фею. У меня уже есть эта фея. Я не буду хранить это. Давайте продолжим идти. Я уже вижу снег. Нам нужно пойти на вершину горы.
Наконец мы и нашли это. Все феи эффективны против ледяных фей. Эта фея слишком сильна. Нам нужно оживить фею. Давай поймаем это. Металлические феи слишком сильны.
Эта фея слишком сильна. Давай сразимся с другими феями. Вернемся к началу. Давай найдем больше фей.
Я забыл пополнить свое HP. Я ненавижу эту карту. Мы должны это получить. Да. Вернемся к Эндеве. Давай найдем водную фею. Шабата Хараи.
Пойдем к водопадам. Неправильный путь. Красивые водопады. Очень просто. На 35 уровне он будет развиваться. Thank you.
Вернемся к Эндебе. На этом этапе мы будем использовать золотую морковь. Это облегчит прокачку. C'est les jeux étudiants. C'est les jeux étudiants. C'est les jeux étudiants. C'est les jeux étudiants. Чё ты, Льдуэ?
У нас закончилась золотая морковка. Давайте купим больше в Пиралине. Tu verras maintenant vers du nomui. Еще два уровня. Давай вернемся. C'est les jeux étudiants. Последний уровень. Наконец он эволюционирует в Мальру. Миссия выполнена. Спасибо за просмотр. До следующего раза. Пока.